такая, как у всех. Что такое? Не могу понять, что за лицо. И здравствуй, дорогой мой зритель. Очень рада, что заглянул ко мне на канал. Друзья мои, доведенную до слез женщину без денег не утешишь. И полюбопытствуем, что пишет наша интересная газета. Никогда не ходила и не хожу к психологу. Просто не понимаю, чем я могу ему помочь. Доктор, каковы мои шансы? Ой, знаете, я провожу такую операцию в 30-й раз. Ой, ну вы меня успокоили. Да, хоть один раз, у меня же должно получиться. Мой парень узнал, что у меня есть жених. Сейчас оба едут ко мне. Не знаю, что делать. Может, мужу позвонить? Он. У меня в роте было 83 человека. Она. Правильно говорить, во рту. Сначала она говорила, что в постели нет никаких запретов, а потом началось. Ты куда тащишь арбуз? С пельменями нельзя. Через несколько недель после знакомства. Дорогой, а не пора ли тебе познакомить меня со своими родственниками? Ой, ну даже не знаю, дети сейчас у мамы, а жена в отпуске. Чудовище! Я пришел сразиться с тобой и освободить принцессу. Но я и есть принцесса. Да, неудобно получилось. Один осел говорит другому. Я хочу, чтобы моя жена мне изменила. Да ты че, а зачем? Ну, тогда я буду похож на благородного оленя. Разговаривают две богатые дамы. Я подозреваю, что мой муж изменяет мне с нашей садовницей. Да неужели? Ну да. Для чего тогда он ее держит? Сада ведь у нас никогда и не было. Чего-то хочется. То ли разнообразие да безобразие, то ли и безобразие для разнообразия. Разъяренная женщина врывается к гинекологу и с порога наезжает. Доктор, зачем в справке вы мне написали здоровая? Ну а по-вашему, что я должен был написать? Возмущается доктор. Ну, например, маленькая или как у всех. И на этой смешной ноте, друзья мои, будем с вами прощаться. Ставьте тете Моти лайки, подписывайтесь на канал. Оставайтесь всегда на волне позитива и хорошего настроения. И всем пока!